Приветствуем всех, кто интересуется электрическими эндуро-мотоциклами, а особенно мотоциклами Arctic Leopard. У нас для вас отличная новость. Перед вами мотоцикл EXE880. Это точно такой же мотоцикл, на котором Андрей Коробов выиграл гонку 100% эндуро Геленджик в классе электрических мотоциклов. Многие из вас уже знают про этот мотоцикл, а многие даже пробовали, катались у нас на тест-драйвах. Мотоцикл всем хорош. Отличная батарея, тяговитый мотор, хороший контроллер, который позволяет четко регулировать подачу мощности. Но у всех было одно замечание к этой модели, а именно слабое место – подвеска. Подвеска достаточно простая для такого мотоцикла, жестковата, плохо регулируется, в общем, есть над чем поработать. И мы решили это исправить. Мы установим на этот мотоцикл совершенно новую подвеску. Это подвеска китайского бренда HTV, но она уже себя отлично зарекомендовала. Это копия именитых европейских брендов, кто занимается производством подвесок. Очень хорошая копия с закрытым картриджем. Позволяет регулировать, настраивать как угодно под себя, но даже в стоке она работает прекрасно. Мы ее установим на этот мотоцикл. Но и это еще не все. Также мы заменим амортизатор. Тоже фирмы HTV. Мы уже его специально подготовили, чтобы он подошел на эту модель. А теперь мы это все установим и покажем вам результат. Расскажем, насколько лучше стала работать подвеска, как это ощущается. Проведем небольшой тест-драйв. И также у нас будут проходить тест-драйвы на этом мотоцикле уже с заменой подвеской, где вы сможете попробовать все сами. Завершая проект по замене подвески, хочу поделиться впечатлениями о наших тестах новой подвески на мотоцикле Arctic Leopard EXE880. Напомню, что изначально с завода мотоцикл был оснащен другой подвеской, которая показала себя не с лучшей стороны. Мы решили заменить ее на подвеску фирмы HTW, и результаты превзошли все ожидания. Мы провели обширные тесты, катались как по кроссовой трассе, так и по лесным тропам в режиме эндуро. Подвеска отлично справляется с мелкими неровностями, бревнами, уверенно держит мотоцикл на кроссовом треке. Особенно впечатлила работа подвески вот на волнистых участках. Энергоемкость подвески позволяет выдерживать прыжки без какого-либо дискомфорта. И главное, она не забивает и не высушивает руки даже при длительных интенсивных заездах, что особенно важно в эндуро. Стоит отметить, что мы не вносили никаких дополнительных настроек и изменений в подвеску, установили ее в заводском виде. Но благодаря закрытой картриджной системе вилки и в целом европейской технологии подвески она отлично работает даже на стандартных настройках. Но, конечно, она также легко поддается тонкой настройке и регулировке, что важно тем, кто хочет добиться еще большей точности в работе подвески. В итоге, в сравнении с базовой подвеской, разница просто колоссальная. Мотоцикл ощущается совершенно по-другому, гораздо более мягко и комфортно. А кататься на этом мотоцикле стало не просто удобнее, а это действительно приятно. В отличие от старой подвески, которая у меня лично вызывала ощущение старого разбитого автобуса и была слишком жесткой. Новая подвеска – это совершенно другой уровень комфорта и управляемости. Заказывайте мотоциклы Arctic Leopard с новой подвеской в Moto50 или у официальных представителей, так как теперь все наши мотоциклы будут комплектоваться амортизаторами HTW. И самое приятное, что это не повлияет на конечную стоимость мотоцикла. На текущий момент цена этого мотоцикла EXE880 на подвеске HTW составляет $8800, а по предзаказу предоставляется дополнительная скидка 5%. Если планируете покупку, рекомендуем обратиться быстрее, так как уже формируется очередь на заказ. Наш сайт arcticleopard.ru. Там вы можете оставить заявку на мотоцикл, и с вами свяжется наш менеджер. Этот мотоцикл, кстати, тоже продается с небольшой скидкой. Покупайте мотоцикл у официальных представителей, и да пребудет с вами электросила. Кстати, если у вас уже есть такой мотоцикл на старой подвеске, и вы хотите его проапгрейдить, у нас можно заказать комплект подвески на этот мотоцикл HTW, уже специально подготовленный под него, переднюю вилку и задний амортизатор. Цена комплекта 60 000 рублей.